Всем привет! Сейчас мы будем продолжать тестировать пилу аккумуляторную. Сегодня в качестве теста будет у нас пенек березы свежеспиленный. Здесь диаметр, так, ну поверху сантиметров 30, ну где-то, наверное, 35 сантиметров. Сейчас будем смотреть, как справится пила с этим заданием. Перед работой сначала проверим масло. Обязательно нужно проверять уровень цепного масла. Присутствует. Смотрим зарядку. 4 деления. Мы отпилим сначала вот так, потом еще ниже. Лапенька. Готово. Так, пенек пилили, зарядка осталась прежняя. Такой спил. В принципе, пила практически не буксовала, прошло все легко. Опа. Второй пенек сразу постараемся максимально низко, здесь сколько позволит снег. Ну, здесь просто неудобно. Сейчас с другой стороны попробуем. Да, в общем-то, все. Опа. В итоге у нас получился вот такой ровненький спил. Толщина, ну, 35 сантиметров точно. Это точно. Аккумулятор смотрим. Все деления на месте. То есть пила даже не села. Не знаю, как вам. Мне нравится. Мне нравится. Вот сопоставимый размер. Вот смотрите, пожалуйста. Как еще, бля, чтобы понятно было. Вот так. Вот пенек. Вот пила. Вот получается вот так. Ну, вещь реально хорошая. Я, ну, не рекламирую, нет, я делюсь полезной информацией. Но если вдруг все-таки вы захотите приобрести такую пилу, то проходите в описании к видео. Там ссылка на нее. И еще получите дополнительную скидку. Всем пока, до новых встреч.